Вы знаете, мы недавно узнали, что у одного из нашего подписчика, зовут его Олжис Нугиманов, маленький мальчик. Родился маленький братик. Да. Мы хотим по-особенному поздравить тебя, Олжис. Что тебе пожелать? Тут отдельно детишки для тебя пожелания подготовили. Ну а мы со своей стороны пожелаем как родители, да? Как родители сами четырех деток. Чтобы ты был внимателен к маме, внимателен к брату. Сейчас им очень-очень нужна твоя помощь и поддержка. Ну, хороших вам отношений с братом. Вот, и как второй мужчина, да, в семье после папы. Ты второй мужчина, да, в семье, получается, да. Что старший брат. Вот, на тебе лежит ответственность в том, чтобы помогать маме, вот, быть с братиком. Ну, там детки говорили, там, помогать памперсы там относить. Там. Ну, ты послушаешь еще. У тебя такое, тут хорошее пожелание после такое, нас сразу прозвучать, не открывай их. Да, такое все. Вот, ну, что могу сказать? Это классно, когда у тебя есть братик, потому что я рос в семье сам, я был один. Вот, у меня нету ни братьев, ни сестер, у мамы много братьев. У меня два брата, две сестры, я знаю, как весело быть в семье большой. Что можно играть и так далее. Поэтому мы тебя от всего сердца поздравляем. Поздравляем, да. От всего сердца. Будь счастлив. Маме и братику привет. Ты хочешь Олжасу сказать? У него братик родился? Олжас, береги своего младшего братика. Помогай маме за ним следить. Учи его ходить, ползать. Помогай все-все. Да? Что ты хочешь сказать? Что надо ухаживать за ним, чтобы он не упал с постели. Надо ему учить, чтобы он уже умел ползать. Надо, чтобы он все умел. Да, помогать маме надо? Да. Помогай маме своей, относи памперсы, выбрал свои, какие мама тебе даст. Вонючие даже? Да. Даже вонючие? Да. А пустышку надо искать, помогать? Пустышку помогай искать. Вот. И еще следи, чтобы братик не упал с постели, следи, чтобы за ним не погнали собаки. Ой, защищать его, да, надо? Да. Здорово. Все? Да. Да, ты тоже расскажи свое мнение. Что ты хочешь сказать? Да. Да, что ты хочешь сказать? Олжасу, что? Ой, так, так. Ну, короче, надеемся, Олжас, что ты понял, что он хотел тебе сказать. Олжас, поздравляем тебя. Поздравляем тебя, Олжас. Поздравляю тебя с рождением братика.